откатала программу произвольную. Елизавета Токтамышева сейчас лидер, причем с очень хорошими баллами. Сейчас пытаюсь найти ее личный рекорд за произвольную программу. Это 131 балл 67 сотых. Здесь она получила 123,55. Все, что уходит за 120, это уже такая очень хорошая сумма. Сейчас 176,175 сотых. Это результат Токтамышевой по сумме двух программ. И она лидирует, опережает американку Цезарио и француженку Майте, Ирине Гидивинишвили и Каролайн Джанг. Ну а сейчас Виктория Хельгесен. Не задалась программа Хельгесен. Там падение за падением. Произвольная программа «Гарем», Виктория Хельгесен сейчас представила. Да, в общем, как-то так. Все прыжки, 7 обязательных прыжковых элементов женщин в произвольной программе. Максимум 3 каскада или комбинации прыжков. Точнее, 3 каскада, один может быть комбинации 3 прыжков. Вот она так
падала, снова делала. Вот в финале у нее падение на тройном Ридбергере, и затем получился двойной аксель. Мамы и по совместительству тренер. Хотя, может быть, и наоборот, тренер по совместительству мама. Кристина Хельгисон поддерживает дочь, пытается как-то так сгладить эмоциональное напряжение после такого не сверхудачного проката. Ну вот, комбинация с трех прыжков, тройной тулуп, двойной тулуп, двойной Ридбергер. Ридбергер был с недокрутом сделан. И затем началось. Но она не докручивает, как-то не хватает высоты, тут либо надо выше прыгать ей, что, в общем, так тяжело, либо не хватает скорости и плотности крутки. В этом еще, конечно, причина. Вот видно, да, что она, если попадает она удачно зубцами в лед при приземлении, то она ставит ногу и, в общем-то, уже так четверть оборота она на льду дописывает, а... Технический специалист со своим помощником, еще там еще и контролер технического специалиста сидит, который может вмешаться в крайнем случае и исправить какой-нибудь недочет без злого умысла технического специалиста. Так вот, они очень внимательно смотрят все эти недокруты, отсматривают повторы. Система отработана таким образом, что без проблем каждый судья и, естественно, технический специалист с помощником могут мгновенно после проката к себе на монитор вывести повтор любого элемента и внимательно его рассмотреть. Симпатичное начинание здесь у американцев мы накануне видели во время короткой программы у мужчин, когда слева в углу по ходу проката мы видели, как компьютер, главный компьютер соревнований, считает техническую сумму. Вот американцы перестали увлекаться этой маленькой подсказкой, которая, честно говоря, очень интересна, потому что зрители тогда, по крайней мере, могут видеть хотя бы, как в короткой программе создается техническая оценка. Ну вот три падения, минус 3 балла. Да, 152-34, 93-54.